shit. Доброе утречко, Василий, если стесняюсь спросить, ты что, на кладбище, что ли, живешь? Почему я вечно возле тебя оказываюсь? Зачем я сюда прихожу раз за разом? Зачем? Для того, чтобы что? Василич! Ты там что, в ванне с уточками, что ли? Походу, моется где-то. Иди с трупами помойся. А, у тебя ванна на втором этаже. Удобно, слушай, удобно. Я есть что покушать. Жрать хочу, не могу. Надеюсь, не на могилках выращиваешь. Хотя, подожди, здесь могил-то нету. Мне кажется, Василий сам от меня уже прячется, просто куда-то уехал. Так, и где он? Так, я так понимаю, ванная комната у него здесь где-то. Василич, я не понял. Ты там чё, сышь, что ли, или чё? Штаны не замарай, смотри. Василич, я здесь. Теперь там. Опа. Нифига ты хулиган. Обманули дурачка на 4 кулачка. Что-то где-то открываю, ничего не замечаю. Что же здесь я вновь ищу? Нифига я не пойму. Так, а еще я, наверное, красный ключ. На чердаке, может, лежит. Так, стой, может быть, здесь это как-то дело открывается? Так, и что? И у нас есть красный ключ, да? Он прекрасен, он могуч. Так, ладно, окей. Так, что ты там в подвале? Ребят, это, по-моему, был один из самых коротких модов, которые я когда-либо играл. Не забываем подписаться на канал, поставить свои лайки и нажать на колокольчик. Давайте, ребят, увидимся. С вами, как всегда, был я, Леха Смертник. И черный экран. Давайте, ребят, подписываемся.